Приветствую вас, друзья! В этом видео мы рассмотрим, как сделать себе одежду. Скрафтить можно только брюки и рубашку одного цвета. И все это делается из шкуры животного. Например, если полки магазинов с одеждой пусты, а поблизости есть животное, вы сможете сделать одежду сами. Итак, для создания рубашки нам понадобится только 4 шкуры животного. А вот для крафта брюк нам понадобится 3 шкуры и 1 веревка. Вот так выглядит полный комплект одежды из шкуры. И, к сожалению, головной убор никак нельзя скрафтить. Если вскоре вы найдете одежду, которую вам больше нравится, вы можете порвать свою скрафченную одежду и получить за нее 1 шкуру. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео.